вступление в особую экономическую зону Технополис Москва стало большим шагом вперед для проекта. Мы получили поддержку правительства Москвы, а также выгодные условия для строительства будущего предприятия от государства. Получение статуса резидента ОЭЗ повлекло за собой дополнительный объем важных работ, поиск и согласование генерального подрядчика, поставщиков необходимых строительных материалов, а также работу над предпроектным техническим заданием для строительства будущего конструкторского бюро. Предпроектное задание – это важный и объемный документ, настолько детализированный, что отображает не только поэтажный план и расположение рабочих участков, но и расстановку оборудования и мебели, формирование участков по различным критериям, таким как вредные выбросы, количество потребляемой электроэнергии и множество других факторов. Конечно, каждому участнику проекта интересно узнать, каким будет будущее ПКБ. Уже к началу мая генеральный подрядчик АО «Блок» совместно с архитекторами подготовит итоговый вариант решения по будущему заданию на основе рендеров, которые вы видите на экране. С вами был Александр Сударев. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте и обязательно делайте репост этого видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!